Здравствуйте! В эфире новости Примеусья. В студии Алиса Борцова и сегодня в нашем выпуске. В Матвеево-Курганском районе состоялся бал отличников. В Матвеевом Кургане прошел традиционный фестиваль детского творчества «Радуга талантов». На центральной площади Матвеева Кургана состоялся квест для воспитанников детских садов «Спортивная семья». В состязаниях, приуроченных к году семьи, приняли участие воспитанники детских садов райцентра вместе со своими родителями. Дети – это будущее, все знают. И я считаю, только из счастливых детей могут вырасти счастливые взрослые, которые потом делают этот мир лучше. Дорогие наши дети, я вам желаю расти здоровыми, крепкими, счастливыми. А взрослым пусть у них будет возможности для того, чтобы сделать вам такую жизнь. 5 команд, 5 станций, посвященных семейным традициям. Дети совместно с родителями выполняли задания на логику, смекалку, поучаствовали в спортивных состязаниях, проявив командный дух и волю к победе. Что-то вкусное. Это лиса, хвойные. Правильно, молодец. Все, справились с этим заданием. Витамины! А где же наши витамины? Лёха! А ну-ка, будет нам помогать! Всем участникам состязаний вручены памятные подарки от местного отделения партии «Единая Россия». В Матвеево-Курганском районе состоялся бал отличников. Торжество собрало 214 юных дарований 2-4 классов с большими надеждами. Это те, кто своим трудом и талантом заслужил почетное право называться гордостью нашего района. И я знаю, что вы достойны граждане нашей страны. Мы гордимся вами. Ваш залог, залог вашего успеха – это большой труд прекрасных учителей Матвеево-Курганского района, большой труд ваших родителей. И я знаю, что вы гордо будете нести знамя отличника до окончания учебы. И мы обязательно с вами встретимся здесь и в следующем году, и в следующем, и в следующем. Я желаю вам всем, ребята, покорения новых вершин. Я желаю нам с вами мира. Я желаю вам радости. Я желаю, уважаемые коллеги и родители, нам гордости за наших детей, за наше будущее. С праздником вас! Я рада видеть вас! Все ребята в этот день за свои старания получили памятные подарки и заряд положительных эмоций. Мы приглашаем смелых, упорных, настойчивых учащихся 4-х классов. Бакиевича Анастасия, Куча Александра, Сулейманова Эльнара, Покота Елена, Корнеева Мария, Мирюченко Виктория, Сапега Василиса, Селезнева Виктория, Ткаченко Мара, Казина Мария, Васильченко Алексей, Люк Мария, Горначаров Дмитрий, Соколова Мария, Жиленко Алиса, Кислякова Вероника, Колядов Арсений, Шаповал Варвара, Шевчук Захар, Кононенко Надежда, Семенченко Максим. Яркими и интересными номерами поздравили отличников учебы вокальные и танцевальные коллективы районного дома культуры. Слава тебе, 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 слава тебе
Матвеевом Кургане прошел районный фестиваль детского творчества «Радуга талантов». В мероприятии приняли участие талантливые юные артисты из Матвеева Курганского района. Оригинальные номера, море улыбок и праздничная атмосфера царили в этот день на центральной площади райцентра. В завершении всем участникам вручены памятные подарки. Праздник творчества получился ярким, насыщенным и подарил всем незабываемые впечатления. Это пока все новости. Спасибо за внимание. В студии была Алиса Борцова. Всего доброго. До свидания.